все еще люблю тебя. Каждый сантиметр твоего тела станет километрами между нами. Скажи мне эти три слова, что ты так давно хотела. Давай останемся друзьями. Каждый сантиметр твоего. Привет, привет, привет. Еду на работу, с одной работы на другую, перемещаюсь. Привет, привет. Спасибо большое. Иногда тебе говорят, что ты выглядишь великолепно, а ты так нифига так себя не чувствуешь. Короче, пока сердечки, ладошки, все что угодно. Так, давайте, может, вопросник зайду, там что-то будет интересно. Как дела, куда поехала, откуда очки? Самые ваши любимые вопросы. Привет, привет. Где песенки? Что там какой-то жескач? Всегда в машине Like FM, русский хит, Жара FM. Ну, Жара FM прям редкий случай, потому что там всегда так, слишком для маленьких музыка. И вот DFM что-то вообще не алё сегодня, по крайней мере, что-то ничего не ловит, не слышно. Еду, да, сейчас с поляны на другую съемку на ББ. Так, что там спрашивают, я пока не вижу. Как не боитесь ездить все время за рулем? Слушайте, ну, странный вопрос. Я очень люблю ездить за рулем. Почему я должна бояться? Боялась я тогда, когда только села за руль, вот тогда я очень сильно боялась. Было не по себе. Привет, привет. Сейчас что уже? Блин, такая дорога, ни пробок, ничего нету. Все разъехали, что ли, не могу понять. Так и не почитаю, что вы меня там спрашиваете. Ну, наверное, куда едешь и откуда очки? Обычно у нас такие вопросы, да? Других не имеем. Очки крутые. Согласна. Самой нравится очень сильно. Я вообще фанат очков. Люблю их очень сильно, люблю разные. Не могу без них выйти из дома в летом, там, в солнечную погоду. Вообще нереально, мне все время сами нужны. Какой я серии «Игры престолов»? Пятый сезон.
пятый, по-моему, сезон, серединка. Но сейчас самый такой, если честно, немножко нудный и скучный сезон. Мне он не нравится. Или на шестом сезоне. Нет, пятый более-менее был нормальный. Сейчас шестой сезон такой нудноватый, если честно. Мне не особо прикольно его слушать, смотреть. Не знаю, почему сейчас какой-то такой. Не могу вам рассказать, что не нравится конкретно, потому что вдруг есть люди, которые на первом или на втором сезоне. Не хочу быть спойлером, поэтому... Слушайте, ну очень интересно. Да, мне очень нравится... Чуть не сказала «Великолепный век». «Игры престолов» мне очень нравится, я кайфую. Он, в принципе, из первого раза зашел, просто мы тогда что-то забросили, потому что долго ждали выхода нового сезона или на что-то переключились. Ну, в общем, я не помню, поэтому как-то так получилось, что мы его бросили. Сейчас опять возобновили, начали с первого сезона, с первой серии. И вот все пошло как по маслу. Очень мне нравится сериал, я прям кайфую. Сейчас я встану, подъеду на парковку, встану и смогу читать ваши вопросы, потому что пока не вижу, что вы там пишете. Наверное, что-то интересное. А зачем все время обманывать, что не красишь волосы, не подкалываешь губ? Видно же, раньше совсем был другой цвет волос. Девушка... Значит, раньше был совсем другой цвет волос по той причине, что я красила свои волосы на протяжении 15 лет. Поэтому, естественно, у меня был другой цвет волос. Сейчас я с вами разговариваю и поставила фильтр. А то, что вы видите на фотографиях, такой цвет у меня и есть, или на видео, на моих. Зачем мне скрывать, если я 15 лет не скрывала, что я красила волосы, какой мне смысл спустя 15 лет это скрывать? Вот скажи мне, пожалуйста, какой смысл? Ну, не крашу я волосы, не крашу, поэтому открыто об этом говорю. Что не крашу волосы! Куда уже? Вот что за бред? Вот я не понимаю вообще, почему ты не говоришь, что ты подкалываешь губы. А что мне скрывать? Вот если бы я подкалывала губы, я бы вам говорила, ребят, я подкалываю губы. Если я когда что-то делаю, я это не скрываю. Если честно, это вообще личное дело каждого. Если бы мне хотелось вам не говорить, я бы вам это не говорила. Я бы просто игнорировала бы эти вопросы и вам бы вообще на них не отвечала. Но почему такие противные-то, а? Я понять не могу. Почему у меня праворуль? Вот, ребят, вот с чего вдруг я взяла бы себе праворульную машину? Что за вопросы? Какой-то идиотизм просто. Реально, вот люди, блин, без головы. Ксюша, под вашим постом люди устроили лохотрон, и мы шлем деньги. Ну вот вы сами ответили на свой вопрос. Вы шлете деньги на лохотрон. Кто вас просил на лохотрон слать деньги? Вас кто-то просил об этом? Нет. Ну, значит, не надо. Знаете, вот, мне кажется, в Инстаграме есть прям такой вот, ну, прям месяц затишья, а потом люди опять начинают сходить с ума. Потом опять вроде как месяц затишья, потом опять начинается. Вылезают вот это как непонятно откуда. Что рассказать про свадьбу Черкасова? Скажите, по что конкретно? Свадьба была очень прикольная, мне понравилось, было очень душевно. Он позвал в основном своих родственников. Это было очень приятно. Были его там близкие друзья, с кем он учился, служил. Ну, была такая очень было прикольно, были забавные конкурсы. Ну, в общем, мне понравилось. Просто на второй день меня не хватило. На второй день уже я мужа отправила на свадьбу к его другу. Я не смогла пойти, потому что у меня просто уже... сил не было туда идти. Высокомерность и пренебрежение. Уберите, я лучше вас уберу, и все. Мне так будет проще, если честно.
какой рост у Тея? Ну, где-то 104 уже. Ну, прям высокая. Привет с Дагестана. Дагестану тоже привет. Большой. Передай, пожалуйста, привет. А вы правду говорите о выигрыше вопросов? Все, ребят, до свидания, правда. Даже не буду ничего комментировать. Камчатке тоже большой привет. Полмиллиона долларов выиграете, да, молодцы. Знаете, мне Дайнерис меньше всего нравится в этом сериале, вот честно могу сказать, не знаю, почему так все от нее с ума сходят, она мне вот никак, не знаю, может быть, попозже она как-то раскроется как героиня именно для меня, но пока я так к ней очень посредственно отношусь. Качество плохое, да? Ничего не могу сделать. Могу только стоять здесь и сейчас пойду на съемку. Уже говорить не смогу. Не буду. Этот эфир я точно не буду сохранять. Честно, он пока ни о чем. Ни о чем нормально мы не поговорили. Она потом будет кайф. Ну, может быть, потому что пока она мне непонятна. Уход за волосами очень простой. Мою голову шампунем, кондиционером и маской. Вот весь уход. Больше ничего нету. Приехала уже на работу. Никуда не еду, уже на работе. Ну, завистников тьма, понятно, просто люди какие-то прям вот, знаете, озлобленные. Им вот какую информацию не дай, они ни во что не верят. Им что ни скажи, это все куплено, понтуешься, не так сказала, не так села, не то надела, не то это. Прям, знаете, вот мир осуждения, просто всегда хочется спросить, а судьи кто, вот правда. Ну, я просто посмотрела на... Зашла, посмотрела на их фотографии, прям каждый раз вот. Спасибо большое. Я на самом деле, знаете, вот не люблю тоже сладости. Мне вот не надо, чтобы я написала пост, там поставила, и мне под постом начали рассказывать, какие у меня все охренительные. Ну, я всегда готова к любым диалогам, там, к приятным, неприятным. Фу, так жарко, ужас вообще, на улице 35 градусов прям. Волосы все мокрые. Вот, но просто иногда бывает, что люди такую чушь несут. Вот меня больше раздражает даже не то, что какие-то там антикомплименты в мою сторону, или кто-то написал, что я страшная, или такая-сякая. Мне бесит, когда чушь, вот люди говорят чушь, вот они не разбираются, зачем ты на гимнастике красишь ребенку губы. Ну вот, ну ты тупая, ну ты не знаешь, зачем на гимнастике, думаешь, я захотела просто ребенку каждый раз накрасить красные губы на гимнастике. Ну, кто занимается гимнастикой, то знает, что если у тебя не будет макияжа и губ, понимаешь, то тебе снизят за это балл. Вот ты не знаешь, несешь херню какую-то. Ну вот правда, вот прям раздражает просто этот дебилизм. Я никого на проекте не держу. Зачем красишь губы на гимнастике? Вот что за вопрос такой отвратительный? Как относитесь к тому, что Шевцова собрала деньги на детдом и всех кинула? Кто такая Шевцова? Кто такая Шевцова? Расскажите мне, пожалуйста. Я не знаю, о ком речь, но если такое было, это ужасно. А что, кто? Я не понимаю, о ком речь.
Очки брала в Шанель. Яна Шевцова с дома 2. Здравствуйте. Да, привет. Я пока здесь посижу. Сейчас через 5 минут подойду, идите. Тебе надо что-то положить ко мне в машину? Да, сейчас отдам. Сейчас дам. А чемоданы там? Да, если чемоданы там, то берите, Оль. Держи, ты знаешь, кому отвезти. Оксане. Да, 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 да. Спроси, где она, отвези. Ну, назад клади тогда. Ребят, я буду, лучше не буду называть цену очков. Вы сами на сайт зайдите, посмотрите, пожалуйста, ладно? А то потом начинают говорить, что я понтую с ценами, не хочу. Видите, у меня сегодня нет... У меня сегодня было такое хорошее настроение, если честно, пока тут не оказалось. Не, иди, Оль, иди, я сейчас приду сама, 5 минут дай мне. Слушайте, я именно на доме, я на ББ все время, то есть мне очень нравится шоу, потому что туда приходят гости, зрители, есть некий коннект, ну, то есть много народу, поэтому мне как-то вот прикольно. Я верю в гороскоп. Слушайте, я не знаю по поводу Яны, какие деньги она там собирала и куда, честно вам могу сказать, ничего по этому поводу не знаю. Но если это правда так произошло, то это, конечно, ужаснейший поступок и... Ну, это никак их вообще не оправдывает, поэтому ничего не могу сказать. Если это правда, то это жесть. Я не могу себе представить такую ситуацию, чтобы собирали деньги на деток, кого-то кинули. Хотя была такая ситуация. Сегодня. Давно. Да. Да, конечно, давай. Мам. Проходи. Она в прошлый раз меня как переживала, что она не попала. А, ничего страшного, давайте, давайте. Она только расстроилась. Спасибо. Всего вам спасибо. Не за что. А вы здесь? Да, мы здесь лежим. Ну, спасибо. Лечитесь. Не за что, мой хороший. Спасибо. Давайте, выздоравливайте, Масяньки. Счастливо. Ой, нет, только не в последнем герое, пожалуйста, ребят. Вы что, меня хотите отправить на остров, чтобы меня там съели крокодилы? Я не выключила машину, поэтому она мне не закрывается. Хорошая девочка такая, Масянечка. Привет. Привет, привет. Ой, ничего себе, все с мороженцем такие. Молодцы на диете, да? Парни вон какие бравые, смотрите. С мороженым с утра. Привет, привет, привет. Ребят, сейчас, может, буду заходить. Может, вот, тут хоть видно, то солнышко такое сильное. Сохранить эфир, я такая злющая в этом эфире. Точно вам нужно, чтобы я его сохранила? Я ничего не вижу, половину вопросов не вижу, смайлики вижу. Хорошего дня. Хорошего дня. Ксения, хорошего вам дня. Почему мне? А у нас уже вечер. А волосы растяжка или просто отросли? Что такое растяжка? Имейте в виду покрашено. У меня же были светлые волосы очень долго. Вот всю длину, которую вы сейчас видите, это моя длина. Не буду сохранять. Что там хорошего в этом эфире? Мы с вами даже нормально ничего не обсудили. Я люблю, когда мы с вами посплетничаем, что-то обсудим.
что-то интересненькое происходит. А вы куда потащите? Сюда, помоги, пожалуйста, не нужны. Держи так, тогда эти. Ну, девочки, вы заранее хотя бы вам сказали. Да, они нам сказали, мы пойдем. Сейчас на завтра. Привет, 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 привет. Я смотрела рассказ служанки, привет. Смотрела рассказ служанки, жду теперь третий сезон, привет. Приехала на работу, сейчас я вам покажу, как у нас тут все. Видите, вот. Заходишь. Господи, это я бы сняла, конечно, давным-давно. Такой у нас коридор. Здесь у нас площадка. Видите, сегодня у нас островное шоу, поэтому... Тут все, вот диджейский пульт, пальмы. Вот здесь снимаются качели. Привет. Танюсик, привет! Так, а у меня тут не ловит, наверное. Отдельно передачи, да, у них разные серии, другие совсем. Не, не приостановлен. Здрасте. Все идет, зависла, да? Моя гримерка. Гримерка только ведущих, посторонних участников. Просьба не заходи. Заходишь, такая гримерка. Тут сидит Кадония. Кадони! Привет! Привет! А что у нас за, как это называется, въезд, фотоотчет, видеоотчет? У нас, видите, вот Кадони, что ест. Что у тебя? Это прямой эфир, что ли, еще? Люди спрашивают, да, что ты жрёкаешь? Смотрите, значит, очень вкусные, охрененно вкусные эти пинцетчики. Потом... Кто? Пинцерчики они называют. Это пианцы. Пироги по-корейски. А пироги по-корейски как называются, Ксения Бородина? Ну почему пинцеточки? Пян-се они называются. Пян-пробел-се. Где это вот? Да это ты в гугле найдешь. Пин-се, так. Потом, значит, салатик. Салатик это я люблю, это у меня такой же. Кофеечек, чаечек и, конечно же, самое главное, два яйца. Вы знаете, что два вареных яйца заменяют чашку кофе по бодрости? Я думала, секс. Секс только у женщин два яйца заменяют. У мужчин эта схема не работает. С кем ты будешь вести шоу? Ну вот с кем я буду вести шоу? Да, угадайте с трех раз, с кем я сегодня веду шоу. Мне кажется, никогда не догадаетесь. Я предлагаю прям гиф провести. С кем я веду шоу? Да, прям опросничек сейчас создадим, с кем я могу вести шоу. А мне вот, как обычно, знаете, это имбирное печенье, миндальное, овсяное, такое сикуа. Ты соединяешься, вон у тебя салат стоит. Так, с кем будешь вести шоу? Все, зависло опять, что ли? Хотя у меня тут LTE. А у нас тут есть Wi-Fi? Тут есть, но он, забудь про него. Никакой, да? Ну, да. Короче, надо туда выходить. Ни хрена не это. Качество плохое. Хотя, может, сейчас заработает. Виснет. Угу, давай.